регионов, которые будут играть сегодня в матче, шоу-матче, в челленджах против сборной пути РПЛ. Мы начнем с пути регионов, и под ваши аплодисменты настоящая стена. Взял 6 из 8 пенальти в матче Фонбет Куб России в текущем розыгрыше. Игрок команды УФА Олег Баклов, номер 1. Некогда убийца медиаклубов в Кубке России, а с недавних пор сам стал на защиту ворот команды из МФЛ. Игрок Амкала Владимир Мухин, номер 90. В 2019 году входил в топ-5 самых дорогих российских футболистов до 18 лет. Игрок «Динамо» Санкт-Петербург Александр Каренбрюк, номер 72. Играл за сборную России 4 возрастов. Игрок команды «Ротор» Волгоград Даниил Делих, номер 2. За 12 лет карьеры сменил 18 клубов, а сегодня играет за свой 19-й сборную пути регионов. Игрок команды «Амкар Пермь» Константин Морозов, номер 99. Молодой слон российского футбола, звезда Академии Бенфика, финалист Кубка Северной Македонии. Главный герой сериала про ВФЛ, игрок команды «Тудронс» Владислав Слон Аслановский. Участник шоу «Четыре свадьбы», игрок команды «Тудронс» Эдамс Скляр, номер 19. Секунд. Именно столько потребовалось ему, чтобы забить в ПФЛ. Самый быстрый гол. Спартак Нальчик, Кабардино Балкария. Алан Хачиров, номер 97. 10 лет играет за одну команду. Биолог Новокубанск, Краснодарский край. Александр Борисов. Любит песню «Седьмой лепесток». А кто ее не любит? Давайте все вместе. А то, что окна рисует. Нормально. Команда «Знамя труда». Орехово Зуево, Московская область. Ян Шанин, номер 12. Герой одной из серий сериала «Кубки России», автор первого дубля профессиональной команды из Чувашии «Химик Август», Бурнар и Чувашия Роман Шали, номер 89. Легенда Самары и российского футбола, главный тренер «Родина Медиа», победитель Суперкубка Португалии и медиалиги Андрей Коряка. Страшный сон Райана Гиггса, главный тренер Кубани и обладатель монополии на запрыгивание на стол в победной раздевалке, Вадим Евсеев. Это тренерский штаб команды «Пути регионов», а далее и сборная «Пути РПЛ».